Ну вот так. Французский легионер Карабаха упустил. Мог и должен был побеждать крупнее, чем 1-0. Кстати, мы Кайрата. Кому Оганесян? Ну, команду практически не играл, но, во всяком случае, к чемпионству, но не срослось. Оганесян. Хорошая передача. Косович. Косович штрафной убирает защитника на замахе. Пас под удар. Кому Оганесян? Передача Косовичу. Карабах умеет организованно обороняться. Вот великолепный пас. Подача в штрафную. Опасно. Удар Магомедалиев тащит. Великолепно. В центре поля. Ближе к обороне. Сейчас его команда идет вперед. 60%. Вот что значит матчи в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года отыграл в азербайджанской. Здорово! Навес! Красиво, конечно, но Косович считал, что и прессинг в исполнении алматинцев будет более системным, более эффективным. Журналисты казахстанские. Кого? Навешивает армянин. Вагнер, что там пытался? Вновь борьба за мяч в центре поля. Косович. Вывести последние минуты тайма. Косович. Кому? Возвращает мяч Косовичу. И Кому? Оганесян уже в штрафной. Выходит вратарь. Кому? Передача. Удар. Кайрат пасует в касание. Косович приносит плоды. Забрали мяч снова себе. Канте. Пас в штрафную. Падение. А вообще в составе Кайрата достаточно много, постоянно крутился, как был в колесе. Но в тех моментах, когда надо было включиться, он включался. Вагнер лав. Вагнер бьет. И вот просто свой фланг прикрывал, действуя по самой бровке Аббас Гусейнов. Подруги так уверенность в себе. Но вот Кайрат перехватывает мяч. Может быть, чуть вправо уходить. Защитник не рискнул бы идти тоже, хотя он и помоложе, и ноги у него длиннее. Но все-таки необходимо, чтобы полузащита активнее помогала. И понятно, что футбол — это не только битва тренерских стратегий и не только техника и изобретательность, но это еще игра ошибок. И ошибки — это часть футбола. Но Карабах тоже изучил соперника по итогам первого матча. Вправе будет сетовать на недостаточно хорошую реализацию. Плохую реализацию просто. Артур Шишинач.